Оп! Ну вот и прошла еще одна неделя. Сегодня последняя контрольная тренировка. Через две недели будут соревнования, Кубок России среди старших возрастных групп. Через неделю я выезжаю. После этой контрольной тренировки я, скорее всего, видео снимать не буду, тренировочные, там в зависимости от занятости посмотрю. Потому что нагрузка уже будет меньше, чисто удержание формы и подводка к соревнованиям. К этой контрольной тренировке я также не подводился, убавил просто такую нагрузку 90-80%. Планирую поднять хотя бы те же результаты. Те же результаты, напомню, это было 77-102, ну и где-то в этих пределах, там, в зависимости от физической формы, все-таки прошло 3 недели, будет видно, получится прибавить или нет. И от того, что подниму, будут зависеть мои начальные подходы на соревнованиях. Потому что если взять последнюю контрольную тренировку, где, например, 77 я вырвал, можно сказать, на пределе, 102 толкнул, готов был еще пойти подход, но так как уже все оттренировались и не было такого куража, все уже закончили поднимать, ну и мне-то особо тоже не хотелось упираться, тем более все контрольные тренировки проходят без психологического подъема, то есть нету подводки, нету такой легкости в подъемах, как я уже и говорил. На тренировках я поднимаю гораздо меньше. Ну, такая особенность организма. И поэтому не только тяжело поднимать, но и психологически. По возможности, конечно, попробую прибавить, но без выкладывания на все 100%, потому что оставшиеся даже не 2 недели, а чуть меньше, можно не успеть восстановиться. Ну и вот все, плавно переходим к тренировке, а после самой контрольной тренировки посмотрим, какие я подниму результаты, и я также пару минут прокомментирую, на что можно рассчитывать. Видео сразу же с контрольных подходов начинается. Филатов Михаил подходил. Те, кто пришли раньше, естественно, у них подводка раньше заканчивается. И поэтому мы только разминаемся, а кто-то уже заканчивает. Кудимов Виктор. Многократный победитель Московской области, рекордсмен Московской области. Марков Андрей, чемпион Европы 96 года среди юниоров. А вот обращаю внимание, я даже не бинтовал колено. Колено практически прошло. 2 секунды работы. Давай. Думал, если что, забинтую, но так и не понадобилось. Павел Епифанов поднимал только что, кандидат в мастера спорта. Алексей Корытько, тренер сборной России, тренирует девчонок, Щербакову Светлану, Фурдик Ирину, которые на мировые первенства выезжают. Это мой подход на 75, первый подход зачетный. Уже при разминке понял, что немножко можно прибавить и начать не с 70, как я хотел, а с 75. Так и сделал первый подход.
на 75. Марк Фандрий, 130 килограмм, вроде. Это я так по памяти. У Алексея Корытько что-то не заладилось на этой тренировке. Сильно спешил и тренировался практически каждый день. Загнал себя. 78 килограмм здесь. Почему 78? Потому что в прошлый раз было 77. Я решил чисто сделать новый рекорд, свой личный, нового, так сказать, сезона. И вот сейчас 80 килограмм. Ну, по ощущениям, практически предельный. Ну, плюс-минус там 1-2 килограмма. И вот мне кажется, я широко расставляю ноги, и получается сет не очень глубоко. Вот в будущем надо будет отработать этот момент и определить, как все-таки лучше ставить ноги. И вот уже толчок. Филатов Михаил прибавил более 10 килограмм с последней тренировки. Вообще, здесь все прибавили по сравнению с прошлыми результатами, кроме Алексея Корытько. И толчок у него тоже не заладился. Вообще полезно устраивать такие контрольные тренировки, потому что если все прибавляют, а ты нет, тебе как-то не то что совестно, а как-то, ну, думаешь, все тренируются и прибавляют, а что ж ты-то? Либо анализируешь, заставляешь себя ходить на тренировки, а раз уж ходишь, то по-любому прибавляешь. 1-2 килограмма, все равно идет прибавка. И кисть. Продолжает болеть. Не знаю даже, как на Кубке России. Возможно, придется обезболивающее выпить. Андрей толкнул 160. Здесь не буду считать, сколько. А, ну вот все. Все, 160 он здесь толкнул. Плюс 5 в сумме прибавил. Когда разминаюсь в толчке, поднимаю по одному разу, чтобы и силы экономить, и потихонечку можно прибавлять там по 5-10 килограмм буквально. Но зато это менее трудоемко. Много подъемов можно делать на начальные подходы веса, там 40-50 килограмм. Это неудачный подход Алексея. В толчке я более уверен, поэтому, увидя, так сказать, свои результаты, то, что есть прибавка в рывке, соответственно, и в толчке она должна быть. Я уже, разминаясь, настраивался также прибавить и в толчке начальные подходы. И вот Виктор Кудимов реабилитировался по сравнению с последней контрольной тренировкой, где у него тоже не пошел толчок. Он уже, склонившись над штангой, отказался от подъемов. И 100 килограмм. Первый подход мой. И обратил внимание, ноги такие забитые были. Видимо, загнал их этими классическими упражнениями. Сейчас, когда подвожусь к соревнованиям, обращаю внимание на это и стараюсь меньше грузить.
потому что я, наоборот, как бы старался, раз нет приседаний, тяг хотя бы классическими упражнениями. Если, например, толкался стоек, то обязательно приседал перед этим один раз, потом толчок. И вот 105 килограмм, превышение личного рекорда, и пошел на 108, а сейчас вот Павел Епифанов будет поднимать, отлично, выстрелил, можно так сказать, хорошо поборолся, поработал, как на соревнованиях, выложился на 100%. Ну и небольшая ошибка, там расслабился, и плюс не такой важный момент, что и не удержал. Штангу повело, впереди немного осталось. И 108 килограмм, почему я пошел на 108, хотя вот считал, если бы надо было для победы или на результат 110, я бы пошел, психологически 100%. А вы знаете, что это отличнейший мотиватор, когда ты начинаешь тянуть, а там уже на автоматизме. И на грудь взял набросом, и толкнул, локти сыграли. Ну вот и все, до встречи на Кубке России среди старших возрастных групп. Ну вот и прошла последняя контрольная тренировка. Как и все свои контрольные тренировки заканчивались, скажу, что я доволен своими подъемами. 80-108 – это хороший результат. С учетом того, что я не качаю ноги, не делаю тяги. Единственное, в чем ощущаю минус, это во время подъема, съемов на тяжелых весах чувствую, что спина не держит, и поэтому немножко такой клевок получается вперед, то есть все идет на носки. Но все равно получается, если на последней контрольной тренировке там, я последний подход не поднял, вот как раз из-за этой ошибки, то на этой все идеально, мне все понравилось. Единственное то, что немножко плохо закуражился на... Из последних сил, можно сказать, поднимал 108 килограмм, и там всплыли сразу ошибки. На грудь взял с набросом, толкнул на автомате, из-за чего у меня в локтевых суставах такое дрожание получилось. То есть нужно будет более сосредотачиваться именно как раз на правильном выполнении упражнения. Ну и какие планы? Ну, с учетом поднятых килограмм и состояния, в каком я это делал, если будет хорошая подводка, осталось 2 недели, и если будет такой пик хорошей физической формы, то, скорее всего, около этих результатов я буду начинать. Там в расчете 77-78 и в толчке 105, например. Если буду чувствовать прямо на самой разминке, что тяжело и нету такой вот хорошей физической формы, таких хороших силовых показателей, которые могли бы мне показать, что я сегодня готов на новые рекорды, то начну, например, там 75-102, вот так. Но вообще моя задача была, и я считаю, что я успешно справился с ней, это реабилитироваться, начать тренировки по тяжелой атлетике со штангой и выступить на соревнованиях и достойно подвестись к этим соревнованиям, выступить на них. Да, я формы своей не достиг, но это было бы на грани фантастики, ну или не совсем фантастики, но это нужно не работать, чтобы можно было там подойти к прежним результатам 90-102. Ну, надеюсь, что это в дальнейшем, что это будет в дальнейшем, я спрогрессирую, будет дальнейший рост. Не знаю пока еще, получится ли снимать вот эту вот промежуточную тренировку. Так как придется редактировать видео, не знаю, будет ли смысл
в съемке этого видео, а лучше, может быть, сразу следующее видео с соревнований и такой краткий отчет о проделанной работе. Ну вот и все, до встречи после соревнований.